что, малыш, пошалим? Хорошо.
Баба. Ага. И ни одного автомата с пивом. Сейчас кого-нибудь удавлю. У меня тут, собственно, маленькое дельце к руководству. Смертельно важное. Книга судеб? Интересно, а есть тут что-нибудь про меня? Ага. Кажется, это издание посвящено исключительно Бафомету. И был он в свите изгнанного из рая и заключенного в ад Люцифера Светозарного. О как! И поклялся Бафомет, что будет служить Люциферу на протяжении вечности. И основал он корпорацию «Бафомет и компания». Ух ты, бизнесмен, твою мать. И начал он захватывать миры, и не было этим мирам числа. Продавал он их и набирался власти и величия. Но в одном мире, который живущими в нем именуется Террой, нашелся некто, решивший бросить вызов темному могуществу корпорации. Опля, ну надо же. Но мы, служащие компании, искренне надеемся, что все обойдется и дивиденды будут выплачиваться вовремя. Ну да, как говорится, надежда умирает последней. Что там еще? Ага, постскриптум. Стив, шел бы ты отсюда лесом. Что? Это про меня? Дивидендов захотели гниды? Да вы, дьяволята, еще мне будете моральный ущерб возмещать. Сейчас я тут все кровищей-то позалью. Сигейст? Какая неожиданность. Я уже не ждал вас. Прошу прощения за то, что не предлагаю вам присесть. Я надеюсь, что вы ненадолго. У нас, как вы видите, собрание акционеров. Итак, по какому поводу вы пришли? Убить тебя. Хороший повод. Надеюсь, вы в курсе,
что вы не первый. Догадываюсь. Это хорошо, очень хорошо. А, кстати, за что, собственно? Ну, опустив тот факт, что вы собираетесь уничтожить мой мир, можно сказать, в память о Лен. Быть убитым в память о шлюховатой наркоманке — это мне льстит. Все, поговорили и хватит. Да будет свет. Держите на связь! Вам нравится? Вам нравится? А это вам! Держитесь! А это вам! Держитесь, Сигейст! А это вам! Держитесь! Вам нравится? А это вам! Вам нравится? Держитесь! Неплохо, неплохо! Кажется, котировки твоих акций резко упали. Вот и все. На этом мои мистические приключения, кажется, окончились. Да, я уверен, что это так. Я хотел задать вам один вопрос. Можно? Конечно.